увидите наш мастер-класс, потому что мы очень такие... Уже съемка идет! Глупял! У нас тут и есть бардзо... страшнее! Лайк! Все, добже, файне. Идем зараз. Вау, вау, вау! Я бы влогер. Камиль! Это видеоблог! Это видеоблог! Лайк! Съемка? Съемка. Мама, я у телебачення. Здравствуйте. Порохова со своим... Не надо, подарки, не надо, подарки. Подписывайтесь, ставьте лайки Zed Picture'ам. Они самые лучшие. Да. Спасибо большое всем. Спасибо. Тунюфка была вау, супер. Лайк! Вот, сегодня у нас очень долгожданный день, к которому мы готовимся 3 месяца. Да. Камиль? Да. Ну, тяжело. Добре. Тяжело. Спустись, дозвольте. Просим, ви дозволяєте тільки по-польську. Перепрошуємо дуже. Здравствуйте. Спаняла імпрезія. Так, дуже спаняла. У всіх є дуже добрий настрой, і ми там дуже тішимося. Каміля, я... Ай, точно. Єстем проводзонце тієї імпрези. І, направда, чую дуже великий стрес. Стресуюся, поневаж то... Так і перша моя імпреза, коли я там проводжу серед таких людей і серед тіля дуже особ, і вже мовити чисто по-польську, просто язик крентиться до уколу, ну розумієте? Ну, а я зглупяв. У нас тут є дуже страшно, опасно. Весело, вау. Так, є ще... Ідемо, покажемо. Наша промоція – 60-та судна. Йдемте, покажемо стенд. Ми хочемо ще вам показати... А як ще вручі камери? Ми хочемо ще вам показати наш труд, наша праця. Ой, дім, добре. Наша праця, яку ми дуже добре робили. Тут є моя модель. Всім привіт! Я люблю ее. Ай, здравствуйте. Ой, на польській. Дім, добре, всі забрані тут. Лайк! Все, добре, файне. Ідемо зараз. Діана, у нас тут... Відеоблог. О, класно. Скажіть, скільки вам лет? 18. 18, ви вже так, ну, така... Така стара. Добре. То хтось... Чекаю, нас відео. Ідемо. Кароль, пару слов для нас. Хочемо у вас запитати кілька слов. Як вам сьогодні вечір? Вообще кайф вечір. Нравится все? Нравится. Очікується та імпреза? Ну, Венці очікує то, що Бенді по імпрезі. Ага, це супер. А як, ну, піджак? Ну, такий прям, скільки стоїв? Розкажіть. А я хз, вообще... Ай. Блін, ремень жмёт, а так вообще все кайф. Продолжаем. Эдгар! Здравствуйте. Здравствуйте, Эдгар. Здравствуйте, материться можно? Нет. Блин, ужасно. Спрашивайте. Сколько стоит ваш лук? Лук, так, брюки, значит, брата. Пиджак откопал в шкафу, не знаю чей. Рубашка моя, кстати. Кроссовки потом поменяю на туфли. В общем, все замечательно, все выглядит прекрасно. Очень жду от вас многого всего самого хорошего. От вашего я ожидаю умопомрачительно вашего успеха на сцене. Я буду хлопать вам громче всех. Будьте уверены. Мы будем смотреть на ваши хлопания. Будем наблюдать за вами. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Кирилл. Да, Кирилл. Да. Хорошая. Вы сегодня прям как Джеймс Бонд. Кстати, ну, да. Спасибо, если это комплимент. Это что, острые козырьки? Нет. Так вот, какое у вас, в принципе, настроение, да? Хороший. Что вы ожидаете от нас? Представление. Слава богу, мы идем дальше. Это наш фотограф. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, рассказывайте. Как настроение? Настроение прекрасное, полностью в работе. Как вам наши образы и наши украшения? Наши украшения, наши старания. А тема... 90-е. 90-е. Понятно? Ну, 80-е, не знаю.
90-е. Прекрасно. Прекрасный выбор. Прекрасные девушки, прекрасное настроение, прекрасные мужчины. Спасибо. Вот, пожалуйста. Čia mūsų kėdė, nuo mokytojas Mikalauskinės, mokytoja, ačiū Jums labai. Ačiū Jums, ona Jums Buranskiai stalą. Ačiū Jums, Mikalauskinė, mokytoja Mikalauskinė, Danutė Mikalauskinė. Умний микрофон, вы слышите зараз все, что я мовя, так что лепі подаюсь ближе. Може... Прошу, пану, пану слово. Дзвюк, ваш брат, не, потом. Ну, а... Ключи, ключи. Мы найдем. Мы найдем. Он учителю. Ходи. Анжелика, привет. Как твое настроение? Я плачу. Анжелика, добрый день. Привет. А что происходит? Это блог. Я про только что шла, у меня слеза потекла, у меня, походу, макияж потек, да? Нет. Нет. Прекрасно выглядите. Покрутите. Подожди, тогда я должна вот так вот сделать. Вау, вау, вау. Как принцесса. Да, я сегодня принцесса. Чего вы ожидаете с этого вечера? Мне очень страшно. Эй, снимай. Мне очень страшно, потому что мне сказали, что вы будете нас вызывать на сцену. Я не хочу. Нет. Никто не хочет, но все выйдут. Опять ты. Надо, знаете, кого найти? Вот тут. Нам надо найти кого? Раз, два, три. Джейкоба. Я в блог попаду? Минутку. Я в блоге. Камиль, пару слов. А вы не за это не брали фотограф? Вы фотограф? Брали фотограф. Да. Матвей. Все, я потерялся, давайте. Yes, of course. Здравствуйте. Здравствуйте. Пару слов. Давайте вы сначала показываете ваше платье. Сколько оно стоило? Миллион. Ага. Камиля. Это платье не оценивается. Это самое лучшее, знаете. Ну все. Ну что, идемте, мы вам покажем нашу салю. Здравствуйте. Здесь уже все закрыто, готовится. Мы, мне кажется, не должны там бегать. Минуточку, свет. Идемте, пані, кілька слов про студнювка. Як вам? Я ще не видели, це не будет. Ну, не вам нравится, добре. Тут твоя мама? Та моя бабця. Дзень добре. Это видеоблог. Это видеоблог. Офигеть. Покажи свой образ. Привет. Нас спрашивают, когда мы пойдем попить воды. Вы еще не видели мою фотку. Давайте мы вам быстренько покажем наш закулисье. Пошли, я тоже. Это... Опа. Cherry, вы сейчас наблюдаете уникальное закулисье. Да. Такого вы не увидите никогда. Никогда. Смотрите. Подлога тоже. Офигенно. Еще меня. Так что, начнем? Я что, случусь? Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Пару слов. Все замечательно. Что вы ожидаете от нашей студии? Что она будет лучше нашей. Да. Она, вы правду говорите? Да. Вы увидите наш мастер-класс, потому что мы очень такие... А здесь у нас начинают... Наш фотограф фоткает. Съемка? Съемка. Съемка идет. Мы хотим спросить... Якуб, пару слов. Да. Кароль был поразговорчивым. Эмиль, пару слов. Я в розыске. Я уже говорил. Кароль, ну он будет самый главный у нас гость вообще всей я программы. Бог. Я бог. Пару слов. Я а бог. Вы уже я говорили. Я все, идем попьем. Так, давайте бэкстейдж тут снимаем. Скажите, вы польский, русский класс? Польский. Польский, да? Давайте поверьте в двух столах. Что тут ушихуя визу? Днювка в стилю 90-х. Файна барзо сценка бенді. Барзо бенді весело. Так. Чи хочете школа закончити? Хочемо, барзо хочемо. А ви 11-та класа, так? Ми 11-та, але хочемо закончити. Хочемо закончити, в принципі, але не хочемо розставатися з однокласниками.
Так, тут дівчина, то ти ж фільмувалися, да ви? Ні. Ні? Ні, ніхто не фільмував. Давайте, я пару сухарів ми візь... Давай, повідь, чувай, мікрофон. Як, по-польську, так? Давайте по-русски. Давайте типа. Настроение очень хорошее, очень весело. Знаете, мы очень долго готовились. В принципе, было очень сил вложено в эту стадневку. Но мы надеемся, все будет хорошо. Тематика очень веселая, тема такая вообще разрывная. Надеюсь, тут по дресс-коду все пришли. Вот, крутили мой клип по телевизору. Надеюсь, я стану популярной когда-нибудь. Ну, знаете, такой начинающий видеоблогер. Поэтому вот, удачи нам на этой стадневке. Надеюсь, мы не запутаемся. Ну, короче, и все будет хорошо. Вот. Как тебе в школе надоело учиться? Ну, если честно, школа — это такое странное место. Вроде бы и дом, но вроде бы так уже надоел. Ну, знаете, и дома как бы надоедает иногда сидеть. Так и вот и школа. Странное место. Вроде бы родные люди, но уже как-то от них устал. Поэтому хочется быстрее закончить и войти в свою взрослую жизнь. Для меня это очень такой интересный вопрос, потому что у меня профессии очень меняются быстро. В один момент я хочу стать ветеринаром, потому что я очень сильно люблю животных. В другой момент я хочу связать свою жизнь с бьюти-сферой, потому что я люблю делать макияж, наводить красоту на девичьих лицах и красить их и делать их еще красивее, чем они есть. Так что у меня такое разногласие. А ветеринары кушают куриц? Ну, это мясо, как же без этого? Но, понятно. Честно, мне на самом деле очень жалко животных, но я ем мясо, но у меня стать вегетарианкой... Ешь, но жалко. Да, okay. Я об этом не думаю. Так, кем будете в будущем? Не знаю. Ну, плюс-минус, политиком, там, мафиозы какие-то или что-нибудь, вице какой? Политиком. Политиком? Ты где будешь? Я не знаю. Ну, плюс-минус. Кем? Зубным. Зубнолог. Так, кем ты будешь? Спиримся, наркоманом, мужчинам. Вот я там... Честно, да. Очень умно сказал, потому что уже не промажешь. Конечно. Если что, спиться, всегда успеешь. Меня не спрашивают, я не с этой школы. Не с этой. Я организатором. Что будешь организовывать? Смотрите. Организовывать Сноусиклстамомас? Я ничего не поняла. Ну, организовывай преступление, если как там это называется. Нет. Я, значит, сейчас, хочу... Сейчас, друзья, свет желтый сделаю, чтобы белый очень. Значит, смотрите, я хочу организовывать концерты, ну, либо подобные таким мероприятиям. Так. Она вообще у нас организатор. Да, половина идей — это моих. Если будет неинтересно... Если то, значит, будет интересно, я вам прям от всего сердца говорю. Хорошо. Кем будешь в будущем? Следователем. Так. А я, не знаю, либо переводчиком, либо историком, угу. Либо доктором, либо детективом. Писательницей. Что-то связано с дизайном. Ты уже говорила. Нет? Найду богатого мужа и буду всю жизнь копаться в деньгах и не работать. Хорошо. Бизнес-леди. Вот не уверен. Кем пришлось тебе, Эниш? Я бухгалтер. Так. Космонавтом. Я еще не знаю. Наверное, визажистом каким. Я не знаю. Ну, плюс-минус. Плюс-минус. Думаю, менеджер. Угу. Ты? Я, наверное, врачом. Так. Что? Какая профессия какая будет у тебя? Профессия какая? Хочешь? Медбрат, наверное. Не знаю. Я бенда в шишлости хыба. Ну, бенда, ну, логистом. Логистом бенда. За авіацію хочем щось мати спільного. Найправильніше. Правдивим циганом. Бенде дому будувати хіба. За яким? А он юж там не боїться. Ветеринаром. Хорошо. Так. Кимось будеш? Ветеринаром. Хорошо. Я не свято в розумінні. Що тобі значить закінчити 12 класу? Ну, то значить, я ж доїжджалась, нова дорога. І ким би не прийшлось? Ким я став зараз? Віце-директором. Так. Архітектором хочу бути. Так. Надіюсь, доктором. Так. Ким будеш в будущем? Содержанкою. Буду содержанкою. Так, це в будущем, а то на бекстейдж. Дворниками. Не, ну плюс-мінус. Все по-разному. Например, там, не знаю, тату-мастер. Так, а ти? А я известный шеф-повар. О, по-русски. Ким будете в будущем? Профессия? Это точно не про нас. Дизайнером. Так.
Ну, плюс-минус там. Ну, криминал примерно, будет, да. Политика, медицина. Вот ты ж хотела полицией быть. Забыла. Честно, без понятия. Ну, хотя бы сфера. Как будущее там, ну, как что произойдет, так и будет. Вообще пофиг. Ну, давайте, допустим, скажу, ну, полицией. Так, ваша версия? Предприниматель или фитнес-тренер? Хорошо. Косметолог или массажист? Так. Сотрудники. Будете в будущем, какая профессия? Давайте, учительница. Кстати, похоже. Политиком. Так. Окей. Психологом. Хорошо. Бизнесвумен. Маникюр. Так, хлопцы, вопрос есть? Мама, я у телебачення. Здравствуйте. Какой вопрос? Кем бы тебе пришлось, эта профессия? Я буду дворником. Так, подожди. Трудовик. Так. Не знаю, в армию пойду. На флот. В армию, короче. Да. Угу. Так, давайте. Здравствуйте. Твоя профессия? Депутат. Хорошо. Надеюсь, на химике попасть. Так. Буду программистом. Хорошо. Президентом. Президентом чего? Мира. Страны. Ну, мира тут. Я буду прекрасный бизнес-вумен. Так. Кем пришлось тебе меньше? Моя мечта быть, работать в сфере IT, быть программистом. Профессия будущего твоя? Ментовка. Ментовка. То же самое, ментовка. Ой, одни ментовки. Да. Будущего? Наркобарон. Хорошо, да. Не вем, в армии какой-то, наверное. А кем будешь в будущем, побежи? Алкоголиком. Хорошо. О, здравствуйте. Что значит, кем в будущем будете работать? Я уже работаю. Уже будущее? Ну да, уже педагогом работаю. Вот так. Кем будете работать? Хорошим человеком. Хорошо. Но еще не знаю. Ну, плюс-минус. Политика, мафия. Там. Ну, что-то с бьюти связанное. Бьюти связанное? Да. Добрый-добрый день. Сегодня мы находимся в школе Фердинанда Рушіца гимназия в Рудомине. Значит, смотрите, сегодня у нас щемтаднис, студнювка, стадневка, на разных языках вам скажу. Вот так вот у нас прекрасно украшен зал. Старались всем коллективом. Вам нравится зал? Конечно. Конечно. Да. Очень клевый. Супер. Очень классно. Ну, мы не надеялись на другой ответ. А вам? Мне потрібно донати. Вам? Нравится, капець, как. Зал украшен просто прекрасно. Вот так вот, давайте спросим у наших мальчиков. Вам нравится наше украшение? Естественно. Помогали очень. В процессе, были? Мы все сделали. Присутствовали. Присутствовали. Уверены? Все. Да. Абсолютно все сделали. Если бы не мы, все. Ничего не было. Вот так, если бы не мальчики, ничего бы не было. Давайте вот мы вдвоем скажем пожелание. Смотрите, мы хотим пожелать нашей школе всего самого наилучшего. Да. Сукцесов. Да. Вот так вот, одна осталась я. Что треба зробити, щоб закончити 12 класа? Закончити 12 класа? Угу. Дуже молиться, ей-богу. Провідло, дай руку пожму. Йдемо далі. Диана, пару слов. Что нужно сделать, чтобы выжить 12 лет, учась в школе? Ой, тут спорный вопрос. Тут просто нужно выживать. 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 Голодные игры. Во, идемте к Денису. Денис, что? Пару питань. Да. Пачте, что треба зробить, аби выжить те 12 лет в школе? Просто учиться. Супер, провідлово. Идемте далее. Идемте к учительнице. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы можете пожелать 12 классу? Господи, это так неожиданно. Ну что, я, конечно, хочу признаться, во-первых, им в любви всем. Надеюсь, это взаимно. И хочу пожелать им, конечно же, счастья, удачи, свершения всех их мечт и желаний. И пусть приходят к нам в школу всегда. Спасибо. Меня, по крайней мере, проведать. Спасибо большое. Давай сразу. Кем будешь в будущем работать? Полицейским. Я буду юристом.
увидимся там в будущем. Кто еще не говорил? Так, ну вот, атмосфера. Через сколько начало? Уже началось. Уже пять. Началось. Почти. Так вот. Как ты? Расскажи, как в школе тебя вообще? Отлично. Довольно неплохо. К экзамену готовлюсь. Вот. К экзаменам. Математика немножко так себе, но думаю, вытяну, что там. Что надо делать, чтобы прожить 12 лет в школе и до конца доходить? Верить в Бога. Молиться каждый день. Отлично. Спасибо. Пожалуйста. Дамы и господа, сегодня наступил вечер, который все так долго ждали. Получилось, как думали? Все получилось прекрасно, лучше, чем даже ожидали. Я считаю, работа выполнена очень хорошо. Как начало фиговое было. Свеция, отлично. Не то строну немножко, это нормально. Штука файна. Я думаю, что это в целом неплохо получилось. Нас очень сильно переживали, что это будет все плохо. Все да? было хорошо. Все было отлично. Поле чудес, конечно, похромало немножко. Это по факту, по факту. Охрана вывезлась нормально. Конечно. В принципе, нормально. Кто-то нам сказал, что подарки не надо выносить. Как не надо, если мы репетировали, что надо? Шорохова со своим «Не надо подарки!» Так вот, тихо. Все? Вшиско пшешло, как принимали. Ой, это близко. Ну, правильно, были всякие фейлы, але все было очень хорошо, и все это с тобой мы так и встретимся. Очень было страшно, але прошло все хорошо, и нам тоже было очень весело, и мама надеялась, что всем, кто углянул, тоже было очень весело. Профессию говорил? Говорил, я на дворника пойду, буду бизнесменом, взлечу на Марс с Илоном Маском. И да. Круто. Всем удачи, кто смотрит этот влог. Надеюсь, меня вставят в конец самый, где будет этот вот весь. Да, всем спасибо за внимание, пока. Для всех подписчиков желаю тоже веселиться, как мы здесь, будьте счастливее и не грустите. Для подписчиков после слова, завершающие слова. Я в экстазе каком-то, у меня захлынут эмоции, я рада, я довольна, вся спотела. Они нам закончили без нас, а понравилось. Мы закончили второй раз. Мне очень все сподобало, очень все файно, и ну уже давно не видела таких студенок, как тут. Мне вообще лучше, ну как... училася в консерваторії, у нас таких речей нема, у нас немного покруче, але тут і теж таке, типу, веш, як це говориться, ностальгія, дежавю, то от, зашибись. Дякуємо всім, дякуємо 11 класі, студівка була вау, супер, а зараз ми їдемо до всього, за того празднувати. Дякуємо вам всім, Барцу. Барцу все файне було, нам Барцу все сподобалося. Напевно, запам'ятаємо той день на своє ціле життя. Підписуйтесь на наш канал, на їх канал, ставте лайки. На Патришку підписуйтесь, это Патришка. Патриція Шатковська, вот, у неї Instagram, хороша, вона хоче стати відеоблогером. П, нижнє підчеркнення, Шатковська, через СЗ. Шатковська. Так, і що там у тебе за контент? Там
будут мотивирующие видео, будут вам помогать каждый день с улыбкой просыпаться. И подписывайтесь на нее. И просто любить себя, свое тело, свое дело. Спасибо всем, что были с нами. Ее Инстаграм. Инстаграм. Так это был мой Инстаграм. Так, и... Ну, знаете, я как такая она? Очень интересная личность, поэтому я советую подписаться на меня. Как Студнёвка, вы хотели меня спросить? Нет, какая это личность? Интересная, много, как бы... Она духовная. Да. Такие практики провожу духовные, да, медитация, стою на гвоздях. Йога, гвозди, медитация каждое утро. Ну, по мне видно, да? Все, что хочешь, чтобы только не учиться, да? Ну, тогда учимся зарабатывать по-другому. Подписывайтесь на канал. Так. Все круто. Хорошие золотые слова. И на ваш канал тоже подписывайтесь. Подписывайтесь, ставьте лайки Z-пикчерам. Они самые лучшие. Да. Да, спасибо большое всем. Спасибо, надеюсь, видео будет хорошее.